Всем привет! В этом видео поговорим о том, что принадлежащие российским компаниям самолеты Airbus и Boeing будут обслуживать в Объединенных Арабских Эмиратах. Советник технического директора Аэрофлот Марат Тищенко в интервью газете «Известия» сообщил о том, что российские авиакомпании испытывают трудности в обслуживании импортных самолетов из-за западных санкций. Одностороннее расторжение западными компаниями заключенных ранее контрактов на техническое обслуживание и ремонт самолетов Airbus и Boeing привело к увеличению сроков починки указанных самолетов. Проблема усугубилась тем, что западные поставщики приостановили поставку запчастей и компонентов к указанным самолетам. Это привело к тому, что нормативные сроки текущего ремонта двигателей для наиболее популярного самолета Airbus A320 сдвинулись по срокам с 20 дней в среднем до 4 месяцев. При этом для обслуживания двигателей российские авиакомпании прибегают к различным ухищрениям, пытаясь договориться о ремонте силовых агрегатов в других странах, преимущественно в Китае и Иране. Другие авиакомпании приобретают на рынке через посредников новые двигатели и несут серьезные финансовые издержки ввиду этого. Правительство России в прошлом году в качестве временного решения проблемы обслуживания иностранных судов официально разрешило российским авиакомпаниям использовать дефицитные детали и агрегаты с других воздушных судов и выводить из их эксплуатации. Указанные суда послужат источником для запчастей для других самолетов. На такие детали с декабря российские компании начали получать разрешительные документы. Представители Минпромторга пояснили, что каннибализация самолетов является вынужденной мерой, которая соответствует общемировой практике. В конце 2022 года российские авиакомпании обратились в адрес Росавиации и Ространснадзора с просьбой увеличить нормативные сроки ремонта самолетов Airbus и Boeing. Росавиация со своей стороны сообщила о том, что она выдала необходимый сертификат на право обслуживания российских самолетов компании Global Jet Technics, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Указанный сертификат был выдан арабской компании 8 февраля. Теперь компания Global Jet Technics сможет обслуживать самолеты Airbus и Boeing, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями.